Всем доброго времени суток! В сегодняшнем видеоуроке мы с вами рассмотрим, как можно сделать в программе Photoshop сугробы. Вот видите, у меня немножечко есть на надписи с новым кодом, как будто бы снег лежит, на елочках, и сам снег внизу тоже вроде бы как в сугробах. Как сделать такой эффект, мы с вами сейчас и рассмотрим. Сделаем вот такой вот коллаж. Итак, это я закрываю и начинаем работать. Для того, чтобы мы могли использовать этот файл в программе Photoshop Producer, поскольку мы работаем в основном в этой программе, значит, сразу же будем делать размер файла под нашу программу Photoshop Producer. Я захожу в файл «Создать», беру ширина 1280, высота 720 пикселей и разрешение 72 пикселя на дюйм. Окей, вот наш исходный файл. Теперь давайте сделаем фон. Фон мы сделаем из градиента. Вот у меня есть вот такой градиент. Если зайти сюда, то можно найти. Все дополнительные материалы вы можете найти на моем сайте. И вот эти градиенты. Ну, я вот выберу вот этот, к примеру. Или вот этот возьму. Ставлю курсор вверху и, не зажимая левую кнопку мыши, опускаю вниз. Вот так примерно. Вот у нас получился такой градиент. Теперь нам нужно добавить сюда елочки. Я открываю папку, там, где у меня дополнительные материалы все. Вот моя елочка. Я ее открываю. И сейчас мы немножечко с ней поработаем. Для того, чтобы добавить для нее снег, мы сейчас сделаем некоторые операции. Итак, для начала мы добавляем новый слой. Берем инструмент кисточка, выбираем здесь белый цвет, у меня он уже выбран, вы можете вот тут пипеткой выбрать или здесь вот в этом окне. Нажимаю ОК. Можно немножечко увеличить нашу елочку, чтобы нам удобнее было работать. Вот так я раздвинула окно и теперь колесиком мышки приближаю. Вот, она стала больше, и мне будет намного удобнее работать. Кисточка у нас довольно маленькая. Давайте возьмем немножко побольше. Ну вот, 13 пикселей, я думаю, будет нормально. Кисточка с мягкими краями. И теперь давайте попробуем вот так сверху порисовать. Можно просто щелкать. Можно проводить линии так, чтобы у нас были, ну вот, самые светлые места на нашей елочке. Я сейчас вот так вот прорисую. Я буду это делать не очень аккуратно. Вы сделаете намного лучше, когда будете делать со своим файлом. Ну, мне сейчас, чтобы не тратить много времени, я сделаю это довольно быстро. Можно немножко кисточку увеличить. Это много. Я возьму вот так вот, чтобы у нас были неравномерно. То есть к низу, я думаю, чуть побольше будут у нас такие вот лапы, ели более снежные. Ну и вот так вот, я думаю, вам основной принцип понятен. Я сейчас много на это время тратить не буду. Вот так мы сделали, к примеру, наш снег. Для того, чтобы наш вот этот снег, который мы нарисовали, приобрел вид сугробов, нам нужно воспользоваться фильтром.
заходим в фильтр Alien Skin и выбираем вот этот вот фильтр. Он сразу попросится в интернет, но я вам не советую туда идти, я запрещаю. Вот здесь вы можете выбрать различные эффекты для этого фильтра. Все их вы можете посмотреть, попробовать. Я сейчас не буду на этом останавливаться. Мы выбираем сейчас именно снег. Вот я его выбрала. И вот видите, нам в смотровом окне уже показывают, что у нас получилось. Вот на вот этой вкладке мы можем поменять цвет. Здесь по умолчанию стоит темно-синий. Мы можем поставить светлее, темнее, как вам будет угодно. Ну, я пока остановлюсь на вот этом. Переходим в базу. Вот здесь у нас несколько движков. При помощи этих движков мы и будем формировать наши сугробы. Вот если мы подвигаем, они становятся тоньше, шире. Видите, вот какие большие. То есть это все на ваше усмотрение. Вот можно вообще вот такие вот сделать огромные. Вот. Значит, можно вот тут вот как бы волну поменять. Здесь другие параметры. В общем, все это нужно смотреть, пробовать и выбирать то, что вам будет по душе. Ну вот, к примеру, я остановлюсь на вот этом вот варианте. Нажимаю ОК. И смотрим, что у нас получилось. Вот у нас получились вот такие вот сугробы на елке. Нижний слой, тот, на котором мы рисовали, мы можем отключить. А верхний слой, который создал наш фильтр, вот с ним немножечко сейчас поработаем. Становимся на этот слой. Берем пластик. И немножечко вот так вот, обязательно мягкую кисточку, можно поменьше. И немножко вот так подотрем внизу, чтобы был более реалистичный у нас такой сугроб. Я не художник, как говорится, я только учусь, поэтому что получилось, ну то и будет. Так, можно кисточку поменьше взять и то же самое сделать вот здесь. Можно взять более непрозрачность, уменьшить. Вот сделаем так. И тут у нас вот такой сугроб. Ну, в общем, это все вы делаете на свое усмотрение уже. Как вам нравится, как получится. Вот так и сделаете. Я думаю, суть вам понятна. Я немножечко тут сделала не очень аккуратно, но тем не менее. Вот по такому принципу мы делаем нашу елочку. Вот, я думаю, вам понятно, что мы делали и как. Вот такая большая у нас получилась тут. Прям уж очень много, но ничего страшного. Вот, ну, примерно какой-то результат у нас есть. Я, опять-таки, повторяюсь, не буду сейчас заострять на этом внимание. Вы сделаете так, как вам больше будет по душе. Допустим, елочку мы сделали. Теперь, для того, чтобы нам перенести ее на наш фон, нам нужно нажать клавиши Ctrl, Shift, Alt и E. Эта комбинация клавиш соединяет все предыдущие слои, и у нас появляется новый слой, на котором соединены все предыдущие. Теперь переносим нашу елочку на фон. Берем инструмент перемещения и перетаскиваем. Эту елочку мы можем пока свернуть, она нам больше не нужна. А эту елочку давайте мы продублируем. Нажимаем на клавиатуре клавиши Ctrl G,
И я сделаю еще 3 копии этой елочки. Так, самая первая елочка у нас будет вот здесь стоять. Мы можем ее немножечко увеличить. Для этого заходим в редактирование, трансформирование, масштабирование. И увеличили. Вот так. Вторую елочку мы можем вот сюда немножечко выдвинуть. Нет, первую немножко вот сюда я подвину. Вторая у нас вот здесь будет. За ней чуть подальше. Третья вот сюда мы поставим. Тоже немножечко ее увеличим. Точно так же. И четвертую мы поставим вот сюда. Вот так примерно. Теперь сделаем сугробы на самом нашем фоне. Для этого становимся на нижний слой, на фон, добавляем еще один слой и начинаем на нем рисовать белой кистью. Выбираем инструмент кисть, соответственно, делаем ее побольше, потому что это сугробы. И вот так за елочками у нас не видно будет, но мы вот так вот сделаем. Вот, к примеру, один сугроб, да? Заходим в фильтр. Ищем нам нужный нам фильтр. И здесь точно так же делаем. Ну вот давайте вот такой большой сделаем сугроб. Здесь можно поиграться. Ну вот, к примеру, так. Очень большой сугроб получился, но ничего страшного. Мы можем взять инструмент перемещения немножечко вот так сместить вниз. Предыдущий слой мы убираем, чтобы он нам не мешал. Это у нас один сугроб. Давайте сделаем еще. Добавляем еще один слой. Берем инструмент кисть и делаем еще один сугроб. Можно даже вот так вот. Заходим в фильтр. Ищем нужный фильтр. И точно так же вот можно немножечко его видоизменить. Вот у нас появился второй сугроб. Мы его тоже вот опустили немножко вниз. Вот у нас получились вот такие вот два сугроба. Можно их немножечко растянуть. Заходим в редактирование, трансформирование, масштабирование. Вот я немножко растянула. Видите, какие большие, хорошие сугробы у нас получились. Теперь мы можем поставить сюда еще домик и двух снеговиков. Для этого открываем файл с домиком. Вот мы его открыли. Перетаскиваем на наш коллаж. И у нас ничего не получается, потому что у нас здесь написано индексированные цвета. Чтобы от этого избавиться, мы заходим в изображение, режим. И вот здесь из индексированного цвета переходим в RGB. Вот теперь наш домик можно перетащить, что мы и делаем. Видите, вот он немножко маленький получился. Давайте его увеличим. Заходим в редактирование, трансформирование, масштабирование. С зажатой клавишей Shift трансформируем. Вот так.
вот, чтобы он был у нас. И нажимаем клавишу Enter. Теперь видите, что получается. Елочки у нас как бы сине-зеленые, а домик у нас фиолетовый. То есть нам нужно сейчас немножечко изменить ему цвет. Для того, чтобы это сделать, мы заходим в изображение, коррекция, цветовой баланс. И вот здесь вот двигаем вот эти бегуночки. И ищем тот цвет, который нам нужен. Средние тона, тени. Это слишком. Цвета. Вот видите, уже домик у нас вписывается намного лучше. То есть тут нам нужно поработать так, чтобы найти нужный нам цвет. Ну вот примерно то, что нам нужно. Нажимаем ОК. И теперь нам осталось поставить снеговиков. Заходим в файл. Открыть. Вот наши снеговики. Перетаскиваем их инструментом перемещения. Ставим их на самый верх. Заходим в редактирование, трансформирование, масштабирование. Колесико мышки я немножечко уменьшила наш файл. И зажатой клавишей Shift уменьшаю. Теперь переношу середину нашего изображения. Вот так. Еще раз уменьшу. Вот уже вроде бы получилось то, что нам нужно. Теперь, чтобы хорошо, нажимаем клавишу Enter. Чтобы хорошо смотрелись наши снеговики, не висели вот тут в воздухе, мы немножечко их утопим в наш снег. Для этого мы стоим на слое со снеговиками, берем ластик и вот тут по низу немножечко кисточку увеличиваем, берем с мягкими краями, здесь непрозрачность уменьшаем и нажим тоже уменьшаем. И вот так вот немножечко границу стираем, чтобы не так оно было заметно. Вот и теперь они вроде бы как стоят на снегу, так как положено. Вот наши снеговички уже и стоят. Ну и теперь нам осталось только написать поздравительную надпись с Новым годом и немножечко припорошить шляпу и шапку наших снеговиков. Я немножечко увеличиваю изображение, чтобы легче было работать. Беру снова кисточку, маленькую кисточку. Здесь намного не надо снега. Даже это много. Я возьму 5 пикселей. И немножечко вот здесь вот припорошу. Вот тут чуть-чуть. На шляпе. Бубончик. Вот так. Вот тут вот по краешку тоже. Вот такой вот. Ну, можно немножко на шарфике, чтобы видно было. Ну, это уже как вам будет интересно, как вы сделаете. Я пока больше трогать ничего не буду. Единственное, что я забыла перейти на новый слой. Поэтому все это я отменяю. Вот здесь над слоем со снеговиками я добавляю новый слой. И кисточкой снова рисую там, где у нас должен быть снег.
Вот я немножечко здесь, немножко здесь, на шапке. И чуть-чуть шарфика припорошу. Вот тут бубончик еще. Все. Снова заходим в фильтр. Тот, который нам нужен. Выставляем. Здесь мы, наверное, поменьше сделаем. Нам много не надо. Вот, я думаю, такого размера нам достаточно будет. Нажимаем ОК. Видите, и так много получилось. Ну ладно, пусть она так и остается. Вот такой у нас получился коллаж. Единственное, что нам осталось, добавить сюда надпись. Добавляем новый слой. Заходим в текст. Пишем здесь «С Новым годом». Я шрифт сделаю поменьше. Вот такой будет в самый раз, наверное. Можно его подвинуть вот сюда. Теперь добавим сюда параметры наложения. Для этого остановимся на слой с надписью. Нажимаем правую кнопку мыши. Выбираем параметры наложения. Я сделаю здесь обводку. Только не черную, а синюю. Ну, вот, к примеру, вот такую. Окей. Сделаем тень. Ну, тень пусть остается такой. И цвет самих букв. Давайте сделаем наложение цвета. Мы сейчас сделаем. Ну вот возьмем, допустим, нажимаем на вот этот квадрат и выберем пипеткой, ну вот этот вот цвет. Вот я думаю, как раз хорошо будет. Нажимаем ОК здесь, нажимаем ОК здесь. И теперь нам на надписи тоже нужно сделать сугробы. Для этого давайте увеличим немножко. Снова добавляем новый слой. Берем кисть. И вот так вот аккуратненько над каждой буквой пишем. То есть покрываем их снегом. Вот так. И сейчас посмотрим, что у нас получилось. Вот я делаю это. Вот так. Вот что у нас с вами получилось. Вот так мы немножечко украсили наши буквы. Заходим в фильтр. Запрещаем ему весь интернет. Ну, я думаю, что такого размера будет вполне достаточно. Можно даже меньше немножко сделать, чтобы оно смотрелось лучше. Нажимаем ОК. И смотрим, что получилось. Видите, какие у нас шикарные буквы получились. Можем немножечко сделать больше. И ластиком тоже немножечко подкорректировать. Берем маленькую кисточку, можно с мягкими, можно с жесткими краями,
Вот этот слой мы отключаем, чтобы он нам не мешал. И смотрим, что у нас получается. Вот, можем немножечко вот так вот снизу убрать лишнее. Вот такие сугробы у нас получились в сегодняшнем нашем видеоуроке. Вот сейчас я немножечко доделаю. Вы, естественно, будете делать более аккуратно. Я не хочу много вашего времени занимать. Я думаю, вам принцип этого урока понятен. Как работать с этим фильтром, тоже понятно. Сам фильтр вы можете скачать на моем сайте. А все дополнительные материалы к этому уроку тоже вы найдете под этим видео на моем сайте. Итак, вот. Я заканчиваю сейчас и посмотрим, что у нас получится. Итак, уменьшаем. Видите, вот такой коллаж со снежным текстом у нас получился. Итак, в сегодняшнем видеоуроке мы с вами познакомились с новым фильтром, при помощи которого можно сделать снежные сугробы. На этом наш видеоурок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч!